Дима, пожалуйста, на память вместе со всеми участниками, потому что главный судья – это всегда главная фигура. Кстати, сколько участников в турнире? 64 максимум. То есть ровно… Пока что 58. 58, да. Еще может быть кто-то. Могут кто из гроссмейстеров участвует? Кряквин и Дмитренко. Двое пока. А, и Владимир Белоус. Трое. А, и Володя Белоус. А, и Попов Иван. А, так четверо. Слушайте, все ваши ростовские… Букашина не хватает. Ростовский, я имею в виду. А вот. Он ну, жалко, да. Давай вставай тоже вот вместе с коллективом. Потому что. Так, самый маленький, спуститесь, пожалуйста, вниз. На одну ступеньку ниже, еще, чтобы больше ступенек было. Нет, нет, еще ниже, пожалуйста. Да, да, да. Кто-то должен еще вниз ступиться, тогда все будут видны. Так, процесс накопления идет. А как же, а где же губернатор? Где заместитель губернатора? Так, ждем, ждем, ждем процесс. Так, чуть-чуть поближе, поплотнее. Вот тут вот место впереди есть. Друзья, а давайте... Вот все, пожалуйста, вот так. Вот подтягивается Сергей. Да, ждем, 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 естественно. Друзья, проходите сюда. А, да, действительно. Дело в том, что там баннер. А мы пока снимаем эту процедуру. Еще, еще, все, 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 пожалуйста. Дима, Дима, там баннер. Вот в чем дело. А мы снимаем орг процесс, что тоже интересно. Евгений Суров всегда критически относится к моим предложениям, но, тем не менее, доброжелательно. Женя, как успехи твои в турнире? Сколько очков ты набрал? Я вот всегда интересуюсь, когда сам участвую, пытаюсь сравнить. Я даже забыл уже. Дело в том, что мне не очень интересно. Вот я сегодня буду играть с гроссмейстером Бореевым. Вот это действительно интересно. Я всю ночь готовился. А, ты готовился, понятно. Это действительно будет интересно. Сколько рассчитываешь продержаться ходов? Это зависит от Бореева. Это же зависит от того, какой дебютный вариант. Понятно, понятно, женщина. Спасибо. Я думал, снимаем. Спасибо.